заметно, я надеюсь. Мы сейчас это все проверим. Самое главное, клетки не касаться руками. Не надо пытаться выбраться из клетки самостоятельно. Немного страшно. Немного? Совсем чуть-чуть? Совсем чуть-чуть. Мне же храпает. Ну, не будешь кричать? Нет, я не буду кричать, но мне страшно, честно. Мне не страшно, нет. Кричать будешь? Нет, я не знаю. Так все уже. Смотри, камерой на. Можно мне уши закрыть? Можно. Готовы? Поехали! Это капец. А сначала было очень страшно, очень шумно, жутко. А потом, да, потом очень интересно, очень красиво. Потрогаю, у меня трясется нога. Сейчас видели работу клетки Фарадея. Наша Лера осталась жива благодаря тому, что это тип тока высокочастотный. И он идет по поверхности металлической и стекает, соответственно, на землю. Действительно смертельное напряжение, порядка более 1 миллиона вольт. Силой током до 50 ампер, но ввиду физики высокой частоты она идет по поверхности. Не повторяйте, это очень опасно. Ты хотел, чтобы я сказала что-то угарное.